Этого дня юные жители деревни Шульгино ждали с нетерпением, а их родители делали все, чтобы его приблизить. Ведь старой детской площадке было четверть века. Дети вынуждены были ходить очень далеко на детскую площадку. Сейчас это все в шаговой доступности, на самом красивом месте. Это вот наш пруд, вот эта территория, она радует глаз. И, конечно, вот эта детская площадка, она, я не знаю, дети, мне кажется, они все лето ходили и каждый день спрашивали, ну когда? И вот, наконец, торжественное открытие долгожданной детской площадки, установленной по губернаторской программе, состоялось. А все благодаря активной гражданской позиции взрослых жителей деревни и голосованию на портале «Добродел». Наша территория, да, здесь 370 домов. И мы вступили в такой неравный бой с немчиновкой, в которой, скажем так, 17-этажные дома, где в одном доме только такое количество жителей, как у нас. Но мы были третьи. Детская площадка – новое место притяжения в Шульгино. Теперь малышам есть где разгуляться. Можно стать капитаном легендарного космического корабля «Буран» или помечтать на качелях. Родители могут быть спокойны. С точки зрения безопасности здесь тоже все продумано. Евгения Августина, телекомпания «Одинцова».